В 2008 году по инициативе губернатора области Сергея Морозова в Димитровграде была создана Академия «Семья». Основная задача Академии «Семья», если говорить, она по четырем направлениям идет. Это психолого-педагогическое воспитание, помощь, поддержка родителей, детей и старшего поколения, потому что бабушки и дедушки тоже принимают участие в воспитательном процессе. День рождения Академии «Семья» получился большим и ярким праздником, в котором приняли участие воспитанники детских садов и школ, семьи и почетные гости. О ценности семьи сегодня говорить не приходится. Ведь это культура, ведь это знание, ведь это, в конце концов, демография, это сбережение нации. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.